Вот главный врач, он как диспансера. Добрый день, Глазкова Анжелика Егоровна. А ваша дырость. Очень приятно. Мои помощники Николай Николаевич. Николай Николаевич Платошкин. Александр Алексеевич. Значит, столетия Владимировича накладывали, а в 1973 году. С тех пор ничего практически. Здравствуйте. Вот у нас первый этаж, получается, административный, в основном. Регистратуру там увидели, тоже там ютимся. Тоже видите, не совсем удобно, помещений практически нет. Хотя, по идее, по всем нормативам должна быть отдельная смотровая комната. У нас ничего такого. Это УЗИ аппарат? Да, это УЗИ аппарат. Помещение, видите, тоже. Такой аппарат в России, это получается то ли 7-й, то ли 8-й. Такие аппараты только в Москве МЕДСИ стоят, потом... Тоже не наш, да? Тоже не наш, это General Electric. Тут на там собрали, показывай. Свободно перемещаться, не спине, все это. Вот лаборанты наши. Я тут же оборудую, тут же весь архив, вот на полу. К сожалению. Так, это вот лаборант. Это мы получаем новый геохимический анализатор. Так, вот по этой продаже, все новые аппараты. Анализатор,